Ну что, можно подводить первые итоги спецоперации, организованной кремлевским полудурком? Что ему удалось добиться? Мэр Одессы Труханов, мэр Кривого Рога Вилкул, бывший мэр Харькова Добкин. Ну, кто в теме, знают, что из себя представляют эти люди. Абсолютно пророссийские. Они теперь стали бандеровцами. Рабинович из Израиля уже говорит, что после 24 февраля разговаривать с Россией не о чем. Рабинович, тот, который вылизывал все кремлевским пропагандистам, выходя к ним в прямые эфиры по скайпу и рассказывая, что нужен мир, Зеленский, там, козел, клоун и все остальное, да? Вот это удалось добиться кремлевскому полудурку. Что ему еще удалось добиться? Вот тот русский мир, который, в принципе, часть Украины уважала, где-то, может быть, даже ждала, теперь она его получила. Разгромленные города, потерянные рабочие места, потеряны квартиры, имущество. Это все потеряно в том числе и у тех людей, которые еще не понимали, что Россия – это просто зло. Они еще думали, что все-таки не так однозначно. Вот эта часть населения Украины теперь тоже ненавидит Россию. Поздравляю тебя, кремлевский полудурок. Ты самый лучший агент Госдепа. Такого агента у Госдепа еще не было.